знаете ли, села пошить, поработать, вот, но зачем-то, я не знаю, зачем, залезла почитать новости и узнала, что у нас ввели новые санкции с 16 числа на территории Российской Федерации. Нельзя заводить, боже, это удар такой, алкоголь. Я скажу погромче, если вы не расслышали, алкоголь. Это еще не все. Еще снегоходы и рояли. Они прям как будто чувствуют, что на выходных мы все хотели купить рояли и покататься на снегоходах по-человечески с алкоголем в руках, но нет. И здесь все испоганили, эти санкции. Короче, самогонка, санки и балалайка. Кто-то, я знаю, по-любому еще учился в музыкалке на баян. Ваше время. Дорогой дневник, 23 марта у меня день рождения. Я бы очень хотела в этот день получить самые лучшие подарки. Сахар, соль, греча, прокладки, рояль. Тут смеетесь, вы думаете, если это шутка, это совершенно не шутка. Завтра поедем с мужем по магазинам. Может быть, я что-то вычеркну из списка, может быть, что-то добавлю. Но вот по последним данным, которым вы вот пишете, прокладки, во-первых, их не купить, во-вторых, куда-то они там все тоже подевались. А, значит, рис, естественно, и гречка. Нет, вот эти вот, которые, знаете, эти вот дорогие, вот эти вот все упаковочки, то они вот все есть, да?